туда надо заходить основательно. Латание ям, это можно сделать. Может быть, и мы сейчас смотрим, опять же, экономия, которая у нас есть. Но это ненадолго, опять. Хотелось бы этот мост сделать, ну, по крайней мере, ремонтом, капитальным ремонтом. Наверное, затраты еще там больше будет. Ну, конечно, обращусь к организации ДРСУ, может, подскажет в плане того, что какие работы можно в первую очередь провести, да? Но я знаю эту проблему. Другое дело, что можно либо залатать, и это опять на следующий год сделать, да? Надо сделать там капитально. Но по ямочному ремонту мы думаем.